жертву правды возношение, и все сожигаемые тогда возложат на алтарь твой тельцы. Позвал. Ты мне ненавистна. 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 Любви никогда не было. Ты просто хотела выйти замуж. О, ха. Добилась своего. Что за безумие на меня нашло? Почему это пошлая трагикомедия? Можете мне представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать. В консерваторию? Лучше замуж вы хотите. Я хочу только одного. А потом всю жизнь быть с вами рядом. Я никогда в жизни не любил ни одной женщины. Ваши недостатки совсем ничего для меня не значат. Без них я не любила бы вас так сильно. Я невеста. Мне Чайковский предложение сделал. Никто не смеет у меня отнять тебя, потому что ты мой муж. Надо, не надо. Хочешь сделать? Бить я его. Голубушка, ну, отпустить. Единственная мысль моя во время жизни с ней была, и это убивало меня. Не любит наш Петя женщин. Он любит мужчин, юношей. Знаю, знаю. Ты меня не любишь, это мучает меня. Я принадлежу тебе и душу, и тело. Но и страдал раби Божий Антоний, чтоб ночами он не спал, чтоб сутками по мне одной страдал раби Божий Антоний. Сенницкара. Сенницы. Унизить меня? Уничтожить? Вот что тебе нужно, Петя? Но я хочу, чтобы ты, Петя, знал. Без меня ты жить не будешь. Катя. 世紀の悪妻という汚名を着せられた天才作曲家の妻アントニーナ。 愛と欲望の競争曲が今始まる。 Не будет развода! Я жена Чайковского! Чайковскийの妻。